Здравствуйте. В эфире программа «Домашние идеи». Сегодня мы в гостях у Екатерины Анатольевны Медниковой, у которой воплотила свои домашние идеи вот в такие вот замечательные шкатулочки. Екатерина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, что за стиль такой необычный? Стиль стимпанк называется. Стимпанк. Стимпанк, да. Это то, что как бы под бронзу и как бы металл. На самом деле здесь, ну вот это металлическая шкатулка, а вот это вообще пластиковая. Но обе шкатулки называются «Домашние идеи». В чем здесь секрет? Видите, ноженки, пуговки, это все связано с портновским делом. Все, что нужно рукоделием, да. Чтобы вот воплотить свои идеи. Да, только что сделала совершенно две разные. Одна такая в темном стиле, другая в светлом, как бы серебристом. То есть и основы разные, да? Да? То есть да, это вообще да. Легкая пластиковая. И вот здесь, допустим, для катушечек у меня, катушки с нитками, видите. Здесь у меня перевернуть крышечку, здесь у нас еще игольница. Какая потайная хитрость, да, еще есть. Да, игольница, здесь иголочки, все очень удобно. Вот таким образом. Ну, здесь дело... А вот на крышке это что такое? На крышке то же самое. Ножнички, пуговки, катушечки. И кружево, как бы шотландское кружево. Любое кружево, которое объемное и толстенькое, можно его на текстурную пасту посадить. Можно на клей, а потом добавить текстурную пасту. Почему? Потому что она дает объем. Объем. Да, и вот и вообще очень крепко. Крепко сидит все это, все принадлежности, никуда не отвалится, все... На смерть. То есть и по бокам здесь, да, тоже по бокам сделан рисунок через текстурную пасту, через трафарет. Вот. А в данном случае это приклеено. А здесь, значит, трафарет. Можно через трафарет, а можно сделать кружево вокруг. Вот, вот эта шкатулочка. Называется она «Дамские штучки». Пластиковая, легонькая она. Видите, кружево. Она пластиковая? Ощущение, да, что она такая, да, тяжеловесная. Да, тяжелая, кажется. Стиль стимпанка – это как металл. А вот какие сегодня домашние идеи мы будем воплощать в жизнь? А мы сегодня будем делать горшочек в этническом стиле. Горшочек? Да, горшочки. Это как и вазочка. Это можно под цветы, потому что там стекло. Вот этот горшочек, допустим, был сделан со старого плафона. Но чтобы он не качался, кружочек из-под скотча одет сюда. Дальше, значит, здесь ничего не надо было делать. Брала ткань и делала как под кожу. Вот такой горшочек. И вот такой горшочек у нас тоже аналогично. Видите, какая прелесть. А мы, да, сегодня будем делать просто такой. Из банки. Мало ли нет светильников старых. Баночку взяла я с крышечкой. Мы потом можем крышечку одевать. Значит, будем использовать для каких-то других целей. Что-то класть. А если как вазон использовать, значит, просто без крышечки. Что здесь у нас? У нас не было пузатой банки. Вот я хотела вам показать. Значит, мне надо что-то. Видите, ага. Я намотала, вот, да, целлофан мягкий и скотчем закрепила. Оно ж никуда не денется. Потом у нас здесь будет обвязано. Туда проникновения не будет никакого. И он будет пропитан клеем ПВА. Полностью. Еще пропитает ткань клеем ПВА. Да. Сейчас я вот при вас не буду его промазывать. А вы знаете, как промазать его. Это уж сами сделаете. А в данном случае я его собрала. Екатерина Анатольевна, давайте о ткани скажем. Мы берем как мешковина. Прямоугольник какой-то или как-то вырезаем специально? Квадратик. Квадратик, да. Берем. И мы краечки обрежем. Обрежем краечки. В принципе, я думала, что можно будет изготовить один горшочек, у которого просто будут завязочки. Но так вот сейчас всего этого много. Поэтому я бы лучше обрезала, как здесь аккуратненько. И можно употребить для украшения шнурочек, можно украсить цветочком. Вот видите, цветочек сделан. Например, очень неплохо будет смотреться. И если горшочек светлый, коричневый, естественно, цветочек, тогда мы должны тонировать в коричневом стиле чуть-чуть. Вот мы здесь античным золотом чуть-чуть мажем, да? Можно. А изначально была какая? Коричневая ткань? Здесь ткань коричневая. Коричневая. Здесь коричневая была. Но, в принципе, мы же можем красить любую. Любую ткань. Мешковину мы не будем красить, потому что она и так серенькая, очень мило смотрится. Екатерина Анатольевна, я хотела спросить о методе сборки. Это абы как или нужно какими-то складками закладывать? Вот я резиночку одела и подправила. Мне бы захотелось. А, просто и заложили побольше складочки. Да, как мне хочется. Неважно, как они все равно будут прекрасно смотреться. Когда тонирование мы проведем кисточкой, просто чуть-чуть слегка, эти все складочки-то и выделятся. У меня сделана резиночка. Мы сейчас уже можем полностью обвязать горлышко плотно, хорошо, чтобы у нас... Не снимая резиночки. Не снимая, можно ее замотать, она у нас все равно не видно будет. Мы же сделаем шнурочек, а можем ее и состричь потом. В данном случае мы сделаем несколько обвязки крепко.
будем когда проклеивать его, и это будет у нас проклеено. Никуда он уже не денется, он намертво. Вот, значит, мы это все завяжем и выровняем край. А потом уже клеем ПВА обильно, густо, его вымажем, он высохнет у нас. И после за этого только полдня, будем... да, после этого тонирования покажу на другом горшочке. И украсить шнурочек привяжем. Ну вот, берем большие ножницы, стану я. И вот примерно сантиметра 3 оставляем. Безжалостно стригем. Когда мы его... край как-то будем обрабатывать или мы просто проклеим? А когда проклеем, он никуда не денется, потом только подровняем, да. Подровняем еще как нам надо, как захочется. Всегда делайте, как захочется. Вот. Бывает так, что два раза подойдешь, еще подстрижешь. Какая-то понравится складочка, какая-то не понравится. Можем подправить. Что у нас здесь подойдет? Какой шнурочек? Вот подойдет шнурочек. И смотрите, у меня крючочком из этой же мешковинки. А, вы уже заранее связаны, связали? Да, связан. Мне кажется, он кудрявенький. Сейчас я вам покажу, будет это неплохо смотреться. И у нас вот этот золото почти такое же. Оттенок немножко мешковину другой, но мешковина с мешковиной ведь не ссорится. Посмотрите, как замечательно. Это вы крючком связали? Да, просто так, веревочка. И она делается кудрявенькая. Вот мы делаем, видите, у нас это античное золото. Сусальна, вы знаете, яркая, желтая, а это немножечко такое темненькое. И вот мы делаем сухой кисточкой. Сухой постучали, кисточкой? Да, на любом кружочке, крышечке какой-нибудь. И вот и делаем вот таким образом. Где-то лишку можно пальчиком размазать. Она даст свой рисунок. То есть слегка? Слегка. Здесь вот не очень сильно у меня увеличен, да, в том горшочке больше. Вот. И так обычно постучите, чтобы не надо много. Таким образом, оно потом высохнет все, размажете, можно ручкой, краечек, юбочку. Чтобы так поблескивало. Да-да-да, оно будет только складочки, будет очень оригинально. Катерина Анатольевна, если это будет не ваза, что, как можно использовать? Вот можно использовать ее, пожалуйста, горшок. Там для, можно для что-то, конфетки прятать, например. Конфетки прятать? От детей, чтобы сразу они... Пожалуйста, здесь может крышка быть. Все. Да, согласитесь. Ну, крышку, что... естественно, мы такого же цвета сделаем. Мы ее покрасим. Она нам не удивляйте, что на банке другого цвета. Согласитесь, что из такого кувшинчика конфетки вкуснее. Да, да, да. И можно что-то такое там, может быть. Чего там? На кухне мало что ли принадлежностей, которые бы хотелось как красивенько поставить и туда раз. Спасибо огромное, Екатерина Анатольевна. Ну, действительно, замечательная идея. Банок всегда много в доме. Да. И для того, чтобы сделать на своей кухне какой-то вот такой необыкновенный акцент, который будет только у вас, возьмите в руки банки и сделайте вот такие замечательные поделки. Красота.